Ну вот, я и снял. Не получилось снять видео по поклейке, так как некому было снимать. Ну вот как-то склеил так. Вроде бы более-менее нормально, я думаю, протекать не будет. Практически не видно шва. Кое-какие пузырьки остались, конечно, там. Но не с той стороны, где я шприцом загонял. Я думаю, что все будет вполне неплохо. Для первого раза в жизни я клею. Никогда до этого не клеил. Так что сейчас еще посмотрю, покажу с той стороны. Как-то более так менее нормально. Мне кажется. Вот, ну все. Завтра, послезавтра буду клеить остальную часть сампа. Все, смотрите за положением. Всем пока.